Сегодня уже говорили про то, что Каролина из-за травмы в итоге отказалась от чемпионата Европы. И приехали две девушки. Лукреция Дженара, первый номер итальянской сборной. И Лара Наки Гудман, бронзовый призер чемпионата страны. Приехала сюда, потому что... На кубке Босфор она выполнила технический минимум, который как раз и позволил ей здесь, на чемпионате Европы, представлять Италию. Не было бы этого результата осенью, то ничего бы и, в общем, и не было. Третье место в национальном отборе. Программа Мэри Пуппинс. Очень хорошо она чувствует музыку, и мне понравилось в ней то, что она...